успевает сесть в оборону. Кузяев бьет. Ух, Кузяев! Первый гол «Зенита» в новом сезоне. Забивает Кузяев. Кузяев с мячом. Кузяев будет бить. Понравилось Кузяеву бить и забивать. Дриблинг Далера Кузяева. Двоих обошел, третьего обошел. А вот дальше уже Далера остановили. Здесь молодцом Кузяев, ушел от одного, от другого. Здесь хорош Кузяев. Кузяев и Кокорин комбинируют на правом фланге. Кузяев бьет в одно касание. И свободная зона, пас вперед, выход один на один. Можно забивать второй, но Гонтюр выручает. Урал! Далер Кузяев! Вот он должен бороться. Он проигрывает борьбу. Атака Триуси, справа есть пространство. Триуси поднял голову, разрезающая. Передача, выход один на один. Забивай. Далер поборолся. Против него нарушили правила, но какой он умница. Он лежа доиграл этот эпизод и все-таки сумел переадресовать мяч Кокорину. Если там было касание с ногой, ну, товарищ судья, добрый вечер. Шатов здорово прочитал, подскок и передача. Вот важный момент. Ну-ка, Кузяев! Выпускник Академии «Зенита» вернулся. Посмотрите, как. Подкат, не жалея ни своих, ни чужих ног. Кузяев здорово.